спрятался, а так футболистов готов водить за руки, если они на такое расстояние, как говорят в Англии, touching distance. Опа! Александр Кокорин забивает самый легкий гол в своей карьере, один из самых курьезных, но тем не менее значащих ровно столько же, сколько и остальные. 30-я минута, 1-0. В ассистенты можно записать сразу двоих футболистов Аполлона. Вот и шестой гол пришел к Александру Кокорину. Вот он уже догоняет единственного человека на поле, который мог с ним до этого соперничать. Питерса, нападающего Аполлона. И влетает в первую пятерку бомбардиров чемпионата Кипра. Но давайте начнем с того, что чужой аут запрессинговали футболисты Ариса. Это уже здорово. Отвоевали мяч, выбили в борьбу. Это тоже какой-то фундамент для этого гола. Но то, как общались между собой и Иванович, и Пейберне, предполагает то, что они портит газон вокруг или на самой 11-метровой отметке перед пенальти. Будет считаться неспортивным поведением. Но вроде пока у Кокорина почва под ногами твердая. Смотрел на голкипера на ворота, ударил, сделал дубль в этом матче. Александр Кокорин 3-1.